будем делать очередную распаковку по ссылке от интернет-магазина Мыло Оп. Ссылку на этот магазин я оставлю под видео. Я ее уже распечатала. Всегда упаковано очень хорошо, качественно. Мне очень нравится. Значит, всегда тут вложен лист с наименованием, ценой и количеством товара, то, что по ссылке. Всегда можно сравнить. Так, вот я заказала силиконовую форму мишки для желейных конфет или льда. Ну, очень они маленькие, конечно, я ожидала немножко большего. Так, также тут я заказала силиконовую форму, форма 3D, апельсин очищенный. Вот он, я еще хочу к Новому году начать делать их. Форма неплохая, надо будет ее только вымыть. Дальше, также форма пирожная пластиковая. Грамм на 60-70, наверное, получится. И остальное я заказала. Это какао нерафинированное масло. Очень хорошо пахнет. Я уже не первый раз заказываю. Мне очень нравится. Дальше. Килограмм какао тертого. Настоящий шоколад. Производство Германия. Срок годности указан. Будем делать шоколад и обертывание шоколада. Очень вкусно получается. И тут у меня совсем немножечко. Так, значит, это ментол жидкий для крема. Я первый раз брала кристаллический ментол. Теперь хочу попробовать жидкий. Пойдет он, также будет эффект или может быть по-другому. И две баночки у меня тут гидролат малины. Тоже для кремов и спреев. Взяла, тоже уже не первый раз беру. Очень нравится. Все. Всем спасибо за просмотр. Сегодня была маленькая посылочка. Переходите по ссылке. Цены очень адекватные. И заказ, в принципе, приходит быстро. Всего доброго.